Друзья, всем привет! Вы на канале Сергей КамАЗ 85. Также у нас есть свой теперь телеграм-канал. Ссылочку я оставлю в первом закрепленном комментарии. У нас идет снег. Запустили мы коня. Снежок идет, видите? Летит. Сейчас что? Первым делом мы поедем. Поменяем щетку. Щетку, видите, у нас огрызок остался маленький. Уже мы снега натрясли. О, снег идет. Дворнички работают. Что-то с нагрузочкой какой-то. Либо тоже подзамерзли. Погнали, что, щетку менять. А дальше уже будем по ситуации смотреть, что будем делать. Оп, вперед. Да с песнями, как говорится. Уехали потихоньку. Тронулись. Катя. Тут уже кота. Итак, что я могу сказать? Мы прибыли. Будем менять щетку. С этой стороны нам понадобится два ключа на 17. А с другой стороны нам понадобится ключи. Сейчас посмотрим, какие нам там ключи понадобятся. Скорее всего, на 24. Да. С другой стороны. Видите, с этой стороны она побольше, то что морковкой хавать. На 24 сейчас. Здесь мы все берем. Это открутим. Там открутим. И будем менять. Погнали заниматься. Итак, друзья, что я могу сказать? Щетку мы демонтировали. Видите, ее нет. И демонтировали ее. Вот сюда. Смотрите, она какую морковку у нас. Оп! Новая щетка. Смотрите, друзья. Новейшая. Скажи, что будешь нести сегодня. Я? Да я не буду сидеть. Погоди, Володь. Блять, одни профессионалы, а? Друзья, мне вообще делать нехуй. Ну ладно. Пойду помогу пацанам. А то как-то уже некрасиво получается. Та-дань! Друзья! Вот она, наша новая щетка. Смотрите. Работает. Сейчас проверим. Щу! Классно? Так вот. Все. Теперь машина полностью исправно и готова к любой работе. Хоть посыпать, хоть мести, без разницы. Но щетку-то мы меняли не для того, чтобы посыпать, правильно? Поедем мести. Все, сейчас тут все закрываем. Едем, заправляемся и ждем команды. Приехали к механику. И посмотрим, как наша чудо-щетка справилась со своей миссией. Вот так она, друзья, у нас метет. Смотрите, все, я считаю, чистенько. Да, Вадим Германович, как вы считаете? Отлично, Сергей Викторович. Отлично, да? Отлично. Отлично, я тоже считаю, отлично. Это для... Так что, друзья, вот так вот у нас получается. Наш конь промел. Все чистенько. Асфальт. Асфальт, асфальтик. Ну почему-то... А, ну это да, прижимается, видите? Правая сторона. Получается, ну это ничего страшного, все нормально. Ну вот и все, подзаправились. Теперь можно со спокойной душой ехать на базу. Еще бы что-нибудь перекусить, было бы вообще шикарно. Бульба, я не знаю, бульба где-то работает, что там. В песочке вроде он что-то делает, мне звонил, говорил, что он там на остановке. А, нет. Что-то он плугом раздвигает валы какие-то. Да. Короче, занимается чем-то. Мы поехали. Короче, едем на базу ждать указаний, какие нам мастер-фломастер даст. Будем заниматься, нам без разницы. Ну что с вами? Пальцем делаем, что ли? Да? Не профессионалы, что ли? Все ж наваливают на КамАЗе. Восьмая.
база наша справа. Ладно, гнать не будем, а то потом будут ругаться. Скажут, ой, чё гоняешь, тут 45, надо ездить 40. Ну, как всегда. Сканя отсыпалась, приехала. Наш конь. Мы идем по очищенному с вами. 104-й. Кто-то у меня спрашивал, почему он без посыпалки. Она у него... Ну, он, короче, самосвал, возит снег. Посыпалка есть у него. 55-111. Как КамАЗ, да, 55-111? Этот 110-й. 105-й. Опа! Ага, а вот мы и увидели, кто курит здесь на крыльце. А у меня электронка, так что можно. Электронка. О, слышишь, какую-то хуйню ходит. Что это за хуйня? Я, Володь, ну это же, блядь, это. Как на? Ютуб канал. Ты на меня подписан, нет? У тебя есть Ютуб? А ты рыбалку не снимаешь, вот он. Я посыпалку твою снимаю часто. Вот так и работаем, друзья. Ждем приказа. Опа, кто там газует? Отец? Отец. Смотрите, это Серега. Из угла мы на него посмотрим. Воу, старый. Давай там шлагбаум не снеси, он все впилится. Старый, да. Да газу давай, эти фонари задние включи. Это Валера, да? Хули фашисты едут, блядь. Валера! Бурда! Мужик, Валера, давай еще, Валера! Валерий, ты что, груженый? Сломался? У меня на водку есть, а остальное хуйня. А что случилось-то? Сланок ёбнул сейчас на тех, поведите. Опять что ли? Или какой? На блин. А, на блин эта херня. Он небольшой? На блин, вот этот тоненький. О, нифига у тебя. А, нихуя себе. Ну этого можно опустить вверх и туда, блядь. А, Валера сломался. Старый Валера сломался. Что вы по этому поводу скажете? Поедешь ты фиг. Куда? Мне нельзя, у меня посыпалка чистая. Старый. Посыпалка чистая, мне нельзя сыпать. Вон Аркадий стоит, поедет, подсыпет. Валер, давай, ладно, ее встал. Ссать будет, нет? Может, она у тебя уже высохла. А, у него такое масло вчера только менял, мы новое ему. С ним заливали. Давай, Валера, аккуратно. Главное, чтобы не в меня пшикнуло. Давай, Валера! Давай, Валера! Эй, стой! Ты ебанулся, что ли? А ты не пошел туда и встал! Она летит, там, наверное, масла у тебя нету уже. Ебать, он хуярит. Так, смотри, конечно, у него вся машина, смотри. Вчера он видел этот шланг, блядь, это ему пизда будет. А, он... Ты вчера этот шланг говорил, что... Смотри, мне на камеру даже масло упало. Когда ты его поменяешь? Вчера, блядь, я говорю. Ага, все умные, блядь. Один Валера дурак, да? Вчера, блядь, говорит... Ты видал, какой фонтан был? Старый. Он вчера говорил про этот шланг, я когда ему шлангу пизда подойдет, ну поменял бы сразу. Конечно. А, ладно, чё. Дурачок есть. Отдыхать, старый? Пойдем. Друзья, вот и Дмитрий. Дмитрий Бульбонов. Готовит какую-то гремучую смесь. Дмитрий, ты сахара немного положил? 4 бумаги или 5. А что это? Это, короче, энергетик. Энергетик? Вот так вот. Оп. И все, и до утра будем бомбить. Надо зеленый чай. Какая разница? Ты точно туда сахар положил? Да. Или что-то запрещенное? Дмитрий, вам спать не хочется, Дмитрий? Просто вы так стоите, над вами какое-то полотенце висит, что-то. Я даже
здесь, наверное, это кофточка. Какие планы, Дмитрий, вот объясни? Что делать? Планы были грандиозные, но снег. Снег? Опять? Пошла, да, как ты говоришь? Пошла жара. Бульба, давай, самые главные слова. С телеграммом уже всем надоело. Там уже люди знают автоматом эту ссылку. Короче, подписывайтесь по ссылочке ниже. Валерик, доброе утро. Или что, сейчас еще ночь? Валер, ты все починился? Да. Красавчик. Друзья, погнали запускаться. Все уже в строю, в бою тут. У нас сегодня опять блатной маршрут, только уже не первый, а второй. Мы поедем. Серега, на второй маршрут. Бубик. Ну, в принципе, походу уже на плюс, что ли, пошло. То минус, то плюс, не поймешь. Просыпаешься с утра, на работу идешь. Ой, друзья, как-то светло, блядь. Не знаю. Белые ночи, что ли, у нас начинаются. Так, термос взяли, это взяли. Запускаемся. И погнали. Чайку попьем. И в бой. Ова, Дмитрий. Дмитрий Бульбонов. А ты со мной? Давай. Какой маршрут у нас? Нихуя, Бульба, чё? А? Это чай, это волшебный чай. Ты, походу, я тебя спрашивал, у тебя там точно сахар был? Слушай, мы вроде бы едем на национальный второй маршрут у нас, там ответственный. Кто-то орёт, да? Это там нормально. Мы там едем на второй, на этот, на песочку, да? Да. Там надо крутить руль туда и сюда. Опа. Это не первый маршрут. Эй! Володь, давай езжай. Все, короче, езжай. Вадим Германович, ну что ты не едешь? Это кто так носится-то? Это Серега, отходи. Отходи. Серега, блядь. Серега, я твою машину... Ну а что, куда ты пошел-то, Вадим, ты что? Да, блядь, а новой щеткой. Как разметем, так разметем, а? Друзья. На печку включи. А то я ушел, печку не включил. В тачке дубак. Ну, Серега. Так, надо быстренько все фары включать. Фары, ары. Жары. А что у нас тут? Все. Поехали. Поехали, друзья. 104-й, ты за нами, Володь, ты чё газуешь-то так? Все, все, приборы все в норме. Выдвигаемся, друзья, выдвигаемся. Выдвигаемся. Что-то дверь у нас, окно закрыто. Лужок, пошел на опускание. Мерседес уже гребет, метет. И мы здесь. Друзья, погнали. Едем, друзья, видите, чем занимаемся по городу. Главное, тачку не цепануть. А остальное все стерпится. Слюбится. О, Бульбик прошел нам, от этого отодрал. Мужик. Мы сейчас вот так с вами раскочим слегка. Щетка может удариться в поребрик, поэтому у нас машина не для таких дел. Ничего, справимся потихонечку, помаленечку. Все четко. Зато за нами чистота уже. Кого не прижимайся. Так и работаем. Кто шагает дружно в ряд, ГУДСПшный наш отряд. Дмитрий Бульбонов, вы что стоите посреди дороги? Вы наблюдатель? Мы контролируем, так. Полотно, посмотри как. Немножко скользко, но сейчас обработаем, все будет хорошо. Посыпят, да? А чем сыпят сегодня? Я не знаю, там
Это синяя глина или что? Там что-то такое, суглинистое. Суглинистое, да, Дмитрий? Оно забавное вещество. Вот. Застревает, зависает. Это, знаете, это надо, знаешь, эти, купить себе шейкеры, в них бодяжить питание это правильное, да? Да. И туда с лопатой в бункер. Я вчера 2,5 часа занимался. На тренажере вот на этом, друзья, который сверху. Как начинается фильтр посыпальщика? Чек. Лёг, лоб, и вот так вот. Лом, да ладно, лом, он бывает и лом не берет. Я вчера, у меня лопата не брала, я тебе говорю, я заезжал, мочил, выезжал, сыпал, мочил, сыпал, мочил, выезжал. Салам алейкум, дорогой, поехал, братьян, поехал, поехал, хорош. Хорош мужик. Так, Дмитрий, ну что расскажешь нам интересного? Зрители ждут. Спать хочется, да? Жрать. Кушать хочется и отдохнуть хочется. В танки поиграть. Но в танки это уже... Друзья, вступайте к нам в клан. Клан называется КС-85. Да? Дуба? Правильно? Помню, как называется. Да. Вот такая К, смотрите. Там, по-моему, вот так вот это все дело выглядит. К, да, С, как бакс, нет, как доллар. Да, и 85. Тире нету? Нет, просто 85. Вот это, друзья, наш клан. БДСПшник. Так что так вот, вступайте. Друзья, встречайте ЗСДшники. Слева от нас двигаются. Ну, не на автобусе, а вот. Видите, у них колонна на манах. Все такие деловые. Молодцы, что могу сказать. А мы едем на Камазуне. На Камазуле. Камазик. Камазончик. А тут еще и этих мы встретили. Вон, на Воле. На Скане. И без камазульчиков, да? Ну, посмотрим. Две скамейки. Две скамеечки стоят. Проехали. Короче, вот так вот. Все на иномарках. А у нас, друзья, импортозамещение. Камазики. Ну, молодцы, молодцы, наши камазики, молодцы. Тоже неплохо работают, я вам скажу. Комфорта, правда, такого нету. Как вы, она охуенная, сука. Смотрите, оттормаживаться как, ебаный урод. Вот они ебашут, блядь. Сейчас прицеп боком пойдет. Ой, блядь, да. Вот вам тонарщики. Без тонаров никуда, блядь. Чтоб как воткнулся. Едем, метем, короче, друзья. Занимаемся, как всегда. Тан-тан-тан-тан-тараран. Тан-тан-тан-тан-тараран. Опа, начальство. Валерий. Ты опять главный здесь, блядь. Курильщик. Старый, где старый? Не сбил бы. А где старый? Куда он съебал? Старый, блять, как Каспер. Ты как Каспер. Дружелюбное привидение. Что? Я тебя ищу, ты как куда исчез? Не скажу, не проболтай. Старый, вот такая щетка должна быть. У профессиональных подметальщиков. Какая? Вот. Все грязное, блядь. Все курят. Что у нас щетка, друзья? А у нас еще. Нормуль. Только здесь, походу, у нас... На фонаре габарит перегорел. Там габарит. Вот мазовские фонари.
там, говорит, перегорел, здесь перегорели, и мигалка одна не работает. А? Володя, не отставай, Володь! Поехали дальше. Друзья, вот и проверили тачку. Ладно, это сменщик сделает завтра. К электрику заедет, ничего страшного. Погнали далее. Далее погнали. Едем, развязочку делаем. Потихонечку. Знак, видите, как выставлено? Можно зацепить посыпалкой. Поэтому оба. Что, цепанули, что ли? Нормально. Это просто какая-то смена прозевала. Вот здесь. И здесь уже налить. Прикиньте. А кто это? А кто это у нас там вон стоит, а? Кто это, что это за парень, а? Смотрите, кто это? Стоит тут на перекрестке. На развязке один одинок. Это Дмитрий Бульбонов! Друзья, это Дмитрий Бульбонов! Стоит. Не воткнуться бы. Не воткнулась бы, да? Так, вот мы делаем сюда вал, подбиваем, друзья, все отключаем подметалку нашу, все поднимаем, щетку плотно, сдаем задним ходом, после нас, смотрите, чистенько, так, в бульбу бы не въехал, после нас чистенько, но мы уже колесом выдавили обратно. Да не, нормально. Так вот, сдаем. Так вот, ребята едут. Тоже не тут еще, не тут. Это Михаил. Дядя Вова, передо мной, сбросьте, я подобью валик. Бубик подобьет валик. Так, мы уходим вот сюда. Надо, знаете, как выставиться, чтобы захватить еще на выходе. Как можно лучше сделать, правильно? Все, повключали. Димка стоит. Ждет. Поехал. И Димка поехал. Короче, все поехали. Смотрите, та сторона на самом деле неплохо получилась. Да, видно, что налить вот этот бок не взять, просто даже щетка не берет, мажет, но не берет. Ну, ничего страшного. Это все поправимо. Да, там налить нормально, видно. Это засыпать теплым песком, но у нас уже его нет, к сожалению. Печаль. Сейчас знаки, только в обратную сторону. Едешь тут такой, друзья, себе, никого не трогаешь, да? Аккуратненько едешь, едешь. А здесь просто ебок, смотрите. В столба воткнул. Ой, блядь, а? То ли пьяный был, то ли че он туда поехал. Короче, воткнулся нормально, да? Говорит, эй, столб, да, иди сюда на разборке. Чпанкс. Готов. Вот так вот бывает, друзья. Так что не гоняйте. Может, на летней резине занесло. Хер его знает. Но вывод какой может быть? Надо аккуратнее быть. Да пьяно, скорее всего, уже. Либо там перед тёлочкой, знаете, ща я тебе покажу, родная. Готов, блин. Не пробил. Ну, я имею в виду про стол. Вот так вот. А у него гусеница сбита, движение невозможно.
едем дальше, ищем бульбу. А у нас, друзья, плановый перекур. Так вот. О! Ты где был? Эй, там, там! Все сделал? Смотрите, дорога какая чистая у нас. Здесь снега вон сколько, смотрите. А здесь мы промели. Промели как, а? Клево? А после переезда, видите, там не метено. Налево вон тоже не метено. А здесь все мы сделали по красоте. Друзья, ну вот и все. Наша рабочая смена подошла к концу. Отработали мы. Время 7:29, полвосьмого, короче. Подустали немного, да, фигней помаялись, нормально, поработали, неплохо. Давайте, народ, что, всем огромное спасибо за все. Всем счастья, здоровья. Какой там километраж? Володя, у меня 110 по спидометру. А? 107,5 по спидометру. Ну, 110 в работе или как? Нет, или 100 в работе, 10 холостой, да? Да, да, да. Так, да? Да. Давай. Объяснять надо Володьке, Володька тоже все контролирует. Так что, друзья, что хотел вам сказать? Всего самого наилучшего. Счастья, здоровья. Берегите себя. Спасибо вам огромное за просмотры, за лайки, за комменты. Так что, всем добра. И быть бобру, друзья. Всем пока.